Почему я, несмотря на почти 41 год, продолжаю носить длинные волосы и пищать в сверхвысоком регистре? Потому что я позиционирую себя как экстрим-вокалист, рок-оперный экстрим-вокалист. И длинные волосы, и сверхвысокий высокий регистр. Это все равно, что для Деда Мороза борода и подарки. Без длинных волос и сверхвысоких нот рок-оперный экстрим-вокалист, как Дед Мороз без подарка и без бороды. Жуткое зрелище, правда.